Поймал! Алёша, смотри, далеко не заплывай! Там пиявки! Да нет там никаких пиявок! Отличная вода! Разденься, Ники, жарко. Включай. Сними гимнастерку. Что это? Что, милая? Это, дорогой. Ах, эти фото. Да, эти фото. Откуда? Это память о Лебедином озере Чайковского. Дивный был спектакль. Мы там были вместе с папа и мама. Причем тут папа и мама? Что за создание? Это лебедь. Лебедю тебе не стыдно? Алекс, милая, если они тебе не по душе, дорогая, я их бросаю. Алекс, родная, подожди, я тебе сейчас все объясню. Ты неправильно меня поняла. Алекс. Село Покровское, родина старца Григория Распутина. Помнишь мой сон? Передвинулись тени, не поющих рек. так научилась. А я его видела в поезде. А, это рядовой Денисов. Я его знаю. Юнга служил во флоте. Один батальон. Теперь стрелок. Откуда ты все это знаешь? Он сам рассказывал. Где это он тебе рассказывал? Мы с ним рыбачили. Да он виртуоз. Где это он так научился? Самородок. Не мешайте слушать. Что-то очень знакомое, правда? Да это же Реджинелла. Неаполитанский романс. Забыла? Не помню. Его же Давыдов пел у нас на вечере в Ливадии. Какие тогда были розы? А, вспомнила. Алексей Николаевич, пригласите даму на танец. Я рисую. А если дама попросит? А если она очень попросит? Извольте. Благодарю. Благодарю вас. Не за что, ваше высочество. Рядовой, как вас зовут? Денисов. А имя? Андрей. А вас Анастасия Николаевна? Так точно. А вас? А меня Ольга Николаевна. Вы очень хорошо играете на мандолине. А вы хорошо поете, ваше высочество. У вас очень красивый голос. Спасибо. Эй, Денисов! Бери Семёнова и давай царю сортир чистить! Быстро! Слушаюсь. Извините, служба. Бегом! Будет так хорошо и весело. Да, действительно. Здесь очень уютно. Мне здесь очень нравится. И мне тоже. Лишь только вечер затеплится синий, лишь только звезды зажгут небеса, и черемух серебряных дней жемчугами украсит роса. Мой кот. Ты не ушибся, сынок? Нет, папа. Скажи, Алюш, как по-твоему, я был хороший царь? Папа, я тебя очень люблю. Я, кажется, промахнулась. Конечно, промахнулась. Дорофеева в лоб попала. Дай постреляй. Мазил. Ой. Форточку закрой. А стул? Алексей Николаевич, рядовой Дорофеев утверждает, что из вашей форточки 3 минуты назад был произведен выстрел. Кто стрелял? Я. Где оружие? Вот. Алексей Николаевич, я обязан конфисковать у вас эту рогатку. Волю вашу берите. Рядовой, простите меня великодушно. Я виноват. Я очень сожалею. А я могу промыть рану и сделать вам перевязку. Еще чего? Правда, правда, я это умею. К тому же ранение легкое. А если бы в глаз? Тогда было бы тяжелое. Спасибо. Разрешите идти? Идите. Ай-яй-яй, Алексей Николаевич. Виноват. Мы постановили и требуем с завтрашнего дня всем офицерам снять погоны и больше их не надевать. Всем офицерам? Точно всем. И царю Николашке тоже. Какие у вас еще будут требования? Завтра всем фотографироваться. И в профиль, и в анфас. Зачем? Как заключенных. Как они нас раньше, так и мы их теперь. Что еще? Мы вот тут на нарах спим, и довольствие у нас плохое. А Николашка, хотя и арестован, а у него мясо в помойку кидают. 3 недели назад я отправил правительству телеграмму об увеличении вашего довольствия. Правительству? Приказало долго жить ваше правительство. У нас теперь наше, новое правительство. Ясно. Ваше Величество, Керенский бежал, власть захватил Ленин. Ульянов. Ульянов. Когда это случилось? 25 октября. Ого. Вы почему без шинели, Евгений Степанович? Зима на дворе. Простудитесь. Разрешите идти? Идите. Честь имею. Давай. Папа! Кто такой Ленин? Лидер большевиков. Юрист. Окончил Казанский университет. А он хороший? Не знаю, Алёша, я с ним не знаком. А хотел бы познакомиться? Нет. Теперь боком. Следующий. Шевелиться. Внимание. Снимаю. Готово. Теперь боком. Готово. Следующий. Пожалуйста, уведи меня отсюда. С удовольствием. Не шевелитесь. Снимаю. Готово. Теперь боком. Следующий. благодарю. Брак. Но ты кукла. Да я тебя за насмешки такие в холодный чулан запру. Дура! Пожалуйста, не кричите на мою сестру, сударь. Чего? Чего-чего? Не кричите на мою сестру. Извинитесь перед ней сейчас же. А ты заткни, говнюк. И не лезь! Слушай, тебе больно? Ты уже больно. Не как. Допустите вы меня сам. Сударь, я вызываю вас на дуэль. Ты меня? Я вас. Да я тебя задавлю, засранец Терлин! И давай, Дорофеев, смирно! Комендантскую шагом марш! Ну и семейка, блядь. Что вы сказали? Да что слышал? Стоять! Извините, пожалуйста. Слушаю вас. Ваше Величество, власть ускользает из моих рук. Я больше не могу быть вам полезным. Если вы мне разрешите, я хочу уйти. Нервы у меня совершенно расшатались. Понимаю. Евгений Степанович, от себя, от жены, от детей, прошу вас остаться. Вы видите, мы все терпим. Надо, чтобы и вы потерпели. Прошу. Хорошо, Ваше Величество. Я остаюсь. Ради вас и вашей семьи. Ой, помогите мне, пожалуйста. Евгений Степанович, доброе утро! Папа, Анастасия не пробегала? Пробегала и очень быстро. А что случилось? Папа, она стала просто невыносима. Она убежала с моим мопассаном. Опять? Опять! На, жадина, читай. Я же еще и жадина. Да, температура у вас 38,5. Я думаю, это последствия кори. Придется вам, Ольга Николаевна, еще полежать в постельке. И пейте морс в неограниченном количестве. Поправляйтесь. Да, гематома значительная. Почему ты скрыла от меня, что ушибся? Мне не было больно. Честное слово. Ваше Величество, можно вас на минутку? Правда, правда. Ох, Леша. А теперь я позволю себе сказать несколько слов о здоровье Ольги Николаевны. Пожалуйста, Евгений Сергеевич. Дело в том, что легочный рецидив дал высокую температуру, и все это на фоне острой дисфункции. Она уже потеряла много крови. И продолжает терять. Май год. Что же делать? Есть один надежный выход. Какой? Переливание крови. Это опасно? Это необходимо. Нужен донор. Я готова. Вам это не показано. Как вы себя чувствуете, Ваше Высочество? Хорошо. Есть неприятные ощущения, покалывание, движение? Нет. Сожми руку в кулак. Это хорошо. Ну, вот и все. Ты себя хорошо чувствуешь? Нормально. Молодец. Ну, иди. Там тебе поесть приготовили. Евгений Сергеевич, а кто был моим донором? Это рядовой Денисов, ваше высочество. Очень приятный молодой человек. Вы его, наверное, знаете. Прекрасно. Ольга, почему ты не в постели? Ты же больна. Мамочка, я замечательно себя чувствую. Иди в постель. Пожалуйста. Пора, дочка. Ну вас-то кто сюда звал? Спойте еще разочек, пожалуйста. Ну. Ай-ай-ай. Постель. Иду. Я тебя очень люблю, папа. И я тебя, дочка. Полковнику Кобылинскому предписывается беспрекословно исполнять все требования чрезвычайного комиссара товарища Яковлева, на которого возложено поручение особой важности. Неисполнение вами его требований влечет за собой расстрел на месте. Председатель ЦИК Свердлов. Если есть вопросы, спрашивайте. Вопросов нет. В таком случае они есть у меня. Слушаю вас. Как здоровье наследника? Болен, не может ходить. Остальные? Здоровы. Если не считать старшей, Ольги Николаевны. Что с ней? Уже поправляется, ходит. Тем лучше. Завтра утром я буду в норме. В 10 осмотрим дом и навестим семью. Честь имею. Авдеев! внимание, у вас перед дрова. Ну что, заставляете их? Никоим образом. Это их собственное желание. Жди меня здесь. Обещаешь царю показать? Жди. Добрый день, Яковлев. Добрый день, Романов. Идемте. Мой сын Алексей. Добрый день, Алексей Николаевич. Я комиссар Яковлев, Василий Васильевич. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Болею. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. А какая у вас температура? 37,5. Угу. А вы давно ее мерили? Час назад. Вы не могли бы смерить еще раз? Давай, Алёша, попробуем еще раз. Простите. Благодарю. А что вы рисуете? Рисую пассажирский корабль, который я придумал. Можно посмотреть? Ух ты! Что это? Теплоход, корабль будущего. А как же он движется, этот ваш корабль будущего? Паровые машины приводят в действие электромоторы. Они уже вращают винты. И какова же его скорость? 50 узлов. Ничего себе! А водоизмещение? 100 000 тонн. Превосходно. Ну что ж, давайте посмотрим. Сколько у нас там набежало? 37,9. Да, Алексей Николаевич, вы совершенно правы, ровно 37,9. Ну что ж, не буду вам мешать. Желаю скорейшего выздоровления. Рисунки ваши мне очень понравились. Спасибо. До свидания. Кто он? Зачем приходил? Это комиссар Яковлев из Москвы. По-моему, он хочет забрать нас отсюда. Забрать? Куда? Не знаю. Быть может, в Москву. Зачем? Думаю, большевики хотят, чтобы я подписался под Брестским договором. И ты подпишешь? Нет. Лучше... я дам отсечь себе руку, чем сделаю это. Правильно, Ники. Я должен сообщить вам, что являюсь чрезвычайным уполномоченным Центрального исполнительного комитета. Мои полномочия заключаются в том, что я должен увезти отсюда всю семью. Но, так как Алексей Николаевич больной, я получил вторичное приказание увезти только вас, Николай Александрович. Я никуда не поеду. Николай Александрович, прошу не делать этого. Я должен исполнить приказание. Если вы откажетесь ехать, я буду обязан или воспользоваться силой, или отказаться от возложенного на меня поручения. Тогда могут прислать вместо меня менее гуманного человека. Вы можете не беспокоиться. За вашу жизнь я отвечаю своей головой. Если вы не хотите ехать один, можете взять с собой кого хотите. Завтра в 4 утра мы выезжаем. Будьте готовы. Николай Александрович, 9 января у Дворцовой площади меня Шурина застрелили. Скажите, пожалуйста, это вы отдали приказ стрелять? Приказа такого я не отдавал. Но всю вину за случившееся беру на себя. В народе вас прозвали Николай Кровавый. Вы это знаете? Знаю. Мама просит вас к себе. Что-нибудь случилось? Пойдемте скорее. Ты почему плачешь? Папу сегодня ночью возят в Москву. Кто его возит? Комиссар Яковлев. А как же мы? А мы остаемся здесь, пока ты не поправишься. Значит, вы не едете из-за меня? Да. Так, барышни, дальше нельзя, мы договаривались. Только отъезжающие проходят. Позвольте, позвольте, господа. Хотите посмотреть, как уезжают ваши родители? Да. Ну, тогда позвольте мне взять вас на руки. Благодарю вас. Только очень тяжелый. Ну, я тоже не слабый взял. На самом деле вы совсем не тяжелый, ваше высочество. Спокойной ночи, ваше высочество. Пожалуйста, Ер Андреевич, не называйте меня больше ваше высочество. Почему ваше высочество? Потому что мой папа уже не император. Ну и что? Стало быть, и я уже не высочество. Вы, Алексей Николаевич, высочество по рождению, и вам стыдиться этого не следует. Вы принц по крови и по воспитанию. И будете им всегда, где бы вы ни были, и чем бы ни занимались. Я очень люблю папу. Особенно теперь. Я понимаю вас, ваше высочество. У вас очень доброе, благородное сердце. Свердлов у телефона. Здравствуйте, Яков Михайлович. Это Яковлев из Омска. Я потому сейчас в Омске, что Уралсовет отдал приказ о задержании бывшего царя, царицы и всех, кто с ними. Я потому в Омске, Яков Михайлович. Отдал приказ о задержании бывшего царя, царицы и всех, кто с ними. А какого черта ты повернул в Омск? Ведь ты был уже в Тюмени. Понял, передаем. Что же ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы вы отменили решение Уралсовета. Я отменить их решение не могу. Я отменить их решение не могу. Это не демократично. Поезжай в Екатеринбург и подчинись решению Совдепа. Но в Москве вы говорили совсем другое, Яков Михайлович. А вот это уже не телефонный разговор. А вот это уже не телефонный разговор. Приезжай в Москву, поговорим. С коммунистическим приветом. Ну как? Екатеринбург. Ну вот. Кажется, добрались. Ну как не растрясло ваше лицо? Слава Богу. Слава Богу. Вы кто? Я генерал Татьянович. Простите, а вы? Я комиссар Голощёкин. В сторонку. А вы? Князь Василий Долгорукий. Медведев, уведите. Куда их? Сам знаешь, куда. Понял. Они с нами, куда же вы их? В надежное место. Прощайте, государь. Храни вас Бог. Прощайте, ваше величество. Лишь только вечер затеплится синий, лишь только звезды. Прощайте, друзья. Храни вас Господь. Прощайте! Заткнись, старый хрен. Господи, храни их. Держись, дорогая. Прошу. Мария. Докладываю. Николай Кровавый задержан в Екатеринбурге. Под надежной охраной в доме особого назначения. Кто с ним? Бывшая царица. Дочь Мария. Горничная Демидова. Лакей Труп. Камердинер Чемодуров. Повар Харитонов. Поваренок Седнев. Профессор Боткин. Где наследник? Наследник в Тобольске. Болен? Прими все меры для его скорейшей эвакуации в Екатеринбург. Понял. А где Яковлев? Сидит. Задержан. Отпустите его. Сделаем. Обнимаю. С коммунистическим приветом. Никто не уходит. Всем оставаться на местах. Утро доброе. Ждем подвода. Надо немного потерпеть. Приготовиться на выход. Ошиблись. Кажется, обошлось. Благодарю вас. Боец Денисов, отставить! Дорофеев, ко мне! Остаешься в распоряжении коменданта дома особого назначения. Будешь царя сторожить. Слушаюсь. Садись во второй вазок. Княжну повезешь. Только по моей команде. Следовало бы ускорить процесс царя. Положение незавидное, белые чехи наступают. Между тем, судебный процесс обязательно должен быть открытым. Мы должны развернуть перед массами неприглядную картину всего царствования Николая II. Кроме того, показать, какова была крестьянская политика, рабочая, национальная, культурная, две войны, 9 января и прочее. И ход процесса обязательно должен освещаться и в нашей стране, и за рубежом. Это было бы замечательно, просто великолепно, уважаемый Лев Давыдович. Но где взять время, скажите вы нам. Времени-то как раз и нет. Я абсолютно с вами согласен, Владимир Ильич. Положение на Урале критическое. Не сегодня, а завтра белые чехи возьмут Екатеринбург. Слышали, Лев Давыдович? Слышал. Я считаю, что нам нельзя оставлять им живого знамени. Согласен. Считаю так же. Пошли. Победил. Доченьки, родные мои. Гражданин Романов, не рассиживайтесь, пора. Семья ваша завтрак отсела, без каши останется. Сегодня вкусно. По-моему, тоже. Ну вот и хорошо. А мне всегда вкусно. Я рад. Раз тебе нравится, сынок, значит, дело пошло на поправку. Скоро начнем заниматься. А ему не очень-то хочется заниматься. Это правда? Правда. Зачем мне учиться? То есть как зачем? Чтобы строить корабли, например. Ты же хочешь строить корабли? Да, хочу. Значит, надо учиться. Нет, не надо. Почему? Потому что наша Алешенька ленится. А вот и нет. Потому что всех нас скоро убьют. Замолчи, дурак! Прости, молчу. Да ты что, Алеша, с ума сошел? Ты куда? В комнату корабль дадим. Нюта, пожалуйста, положи доктору Боткину еще котлет. Девочки, милые, пожалуйста, ешьте. Ники, пожалуйста. Ники, родной мой. Я грешник, Алекс. Я великий грешник. Я погубил тебя, детей, семью, Россию. Нет, мальчик мой, что ты? Меня надо четвертовать. Прости меня, родная. Прости, я виноват. Виноват. Успокойся. Успокойся, милый. Войдите. Священник пришел. Пусть войдет. Кто вы? Я протоиереян Сторошев. А вы? Я Юровский, комендант дома особого назначения. Что мы должны делать? Будете служить обедницу? Обедню или обедницу? Он написал обедницу. Он – это бывший царь Николай Романов. Мы должны облачиться. Где мы можем это сделать? Здесь и облачайтесь. Спасибо. Мир все духови твоему. От Иоанна святого Евангелия чтение. О, Добрый вечер, Евгений Сергеевич. Добрый вечер. Сидите, сидите. Спасибо, я постою. Буду краток. Фамилию Боткиных знает не только Россия, но и вся Европа. Красной армии нужны врачи. Предлагаю вам свободу и работу. Решать надо немедленно. Я уже решил. Я остаюсь с семьей. Подумайте хорошенько. Завтра будет поздно. Прощайте. Ну почему прощайте? Мы еще встретимся. Надеюсь, этот разговор останется между нами. Да уж, конечно. Можете быть уверены в этом. Благодарю. Поднять якорь. Есть поднять якорь. А сейчас что делаешь? Закрепляю цепи. Понятно. Нравится? Очень. Алёша, ты у нас строитель. Когда вырасту, буду корабли строить. Стану конструктором. Отлично. Я к вам. Очень способный мальчик. Золотые руки. Благодарю. Мне, как отцу, приятно это слышать. Вы хотели что-то сказать, я вас слушаю. Дело вот в чем. К Леониду Седневу, вашему поваренку, приехал дядя с Самары. Вы не будете возражать, если он заберет его к себе? Разумеется, не будем. Это радость для мальчика. Когда он должен уйти? Немедленно. Но нам хотелось проститься с ним. Мы все к нему привязались, особенно мой сын. Пожалуйста, прощайтесь. Но в моем присутствии. А корабль красавец. Если бы сам не видел, как Алексей Николаевич его делал, не поверил бы. Счастливо. Чего несешь? Вода. Пойди. Ух ты! Богатырь! Вот это корабль. Корабль будущего. Сам делал? Нет, Алексей Николаевич. А это что такое? Складень, подарок царицы. Хорошая икона. А что ревешь-то? Уходить жалко, они хорошие. На, держи сахар. Спасибо. Ну, топай. До свидания. Пока цел. До свидания. Ты знаешь, родная, у меня сейчас так хорошо на душе. С утра болела, давила все, а сейчас будто плита тяжелая спала. Мне открылось вдруг, что любить тебя, растить детей и есть мое главное назначение. Мне так хорошо с вами. Ты знаешь, родная, ты, наверное, не поверишь мне, но я счастлив. Простите, ради бога. Что случилось, Евгений Сергеевич? Комендант дома Юровский просил передать ночью, возможно, наступление чехов. В целях нашей безопасности всем надо встать, одеться и спуститься вниз. Хорошо, я поняла. Сейчас всех разбужу. Мама, папа, вы спите? Мы не спим, дочка. Я все слышу. Мы с мамой сейчас встанем. Задача ясна? Ясна. Стрелять в девицу-мальчишку я не буду. Стреляй в царя. Сперва судите, потом казните. Это постановление исполкома Уралсовета. Исполком не суд. Рядовой Дорофеев, сдать оружие! Бери! 5 суток ареста! Фотограф! Марш! Я тоже не будем стрелять. Рядовой Лепинч, сдать оружие! — 10 суток ареста! Марш! Медведев, проводи! Запри! Стрелок Емельянов, ты тоже с ними? Нет, я с вами. Всем оставаться здесь. Я пошел за семьей. Никулин. Прошу всех следовать за мной. Теперь, доктор, прощайте. Принесите 2 стула. Наши враги за границей распространяют слухи, что вы и ваша семья ликвидированы. Это неправда. Вы живы, здоровы. Сейчас мы сделаем фотографию, чтобы опровергнуть эти слухи. Николай Александрович, встаньте, пожалуйста, поближе. Еще ближе. Смелее. Вот так. Ольга Николаевна, Татьяна Николаевна, встаньте к своей матушке ближе. Мария Николаевна, чуть правей. Доктор, чуть левей. Теперь хорошо. Теперь всех видно. Решением исполкома Уралсовета вы, Николай Александрович, и ваша семья приговорены к смерти и сейчас будете расстреляны. Что? Что вы сказали? Повторите. Господи, прости их, не ведают, что творят. Прославить, как страстотерпцев, в сонме новомучеников и исповедников российских царскую семью, императора Николая II, императрицу Александру, царевича Алексия, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию.